Всем привет. Кому передать привет? Мне. Спортивный дед. Спортивный дед, тебе привет. Смотри. Тоже спортивный дед. Привет! Смотри! Тоже спортивный дед. Все, есть? А я не знаю, я просто снимаю. А я думал, сюда надо. Можно и сюда. Смотрите канал «Спортивный дед». Спасибо.
приятно встретил Евгения Нечаева. Он стал в каком году, не помню, чемпионом Арнольда по жиму? 13, 14, 15. Вот, может быть, что-то скажете, так, пару слов. О мероприятии, например. Да, первый раз присутствовал на этом мероприятии, оно, собственно, первый раз и проводится. Ну, в общем, для первого раза очень неплохо. Такое уменьшенная копия Арнольд Классик, так раз в 20. Ну, в общем, я думаю, что если все будет хорошо и понравится людям, то, я думаю, организаторы расширятся и пригласят больше звезд, больше будет интересных мероприятий. И в любом случае, это полезная штука, потому что здоровый образ жизни, особенно в наши сложные времена, их не отменял. Поэтому нужно этим развиваться, это благое дело. Я хочу напомнить нашим, скажем, бизнесменам, чтобы они все-таки активнее помогали спортсменам, потому что мы сами нам самим тяжело. Вот. А пока существуют люди, которые такими делами занимаются, в общем, это же здорово, значит, страна растет и развивается. Ну, спасибо. Смотрите канал «Спортивный дед». А можно с вами? А? Всем привет, дорогие друзья! Смотрите канал «Спортивный дед», и вы будете в теме. Парни, смотрите канал. Какой дед? Спортивный. Спортивный дед. Сам Василий Кузнецов. Как? Дальше.